Всем привет. Мой мопед Белочка. Ну, во всех смыслах этого слова Белочка. Не в первый раз у нас с тобой. Прогреем и поедем кататься. Смотрите, как эти листья от выхлопа. Поеду катну немножко. 27 градусов на улице у нас сегодня. Нормалек вообще. Температура такая приятная. Сейчас посмотрю, можно ли здесь съехать к речке. По этим, по помойке. Тропинка есть чья-то. Тормоза хорошие у меня, я даже не ожидал. Вообще обалдетые. Кто-то прокосил просто, прям классно. Ух ты. Ой-ой-ой. Я забыл, что у меня задние амортизаторы здесь вообще не держат. Под жопу бьют. Так что только на этом мотоцикле можно так слегонца прокатиться, а поганчить это как бы вряд ли. Даже стрелка у меня упала до 20 километров в час. Пойду посмотрю, есть там грибы или нет. Да, на этот мопед нужно задние амортизаторы. Либо купить хорошие, либо собрать. Собрать нечего. Скорее всего, надо будет купить какие-то хорошие подходящие амортизаторы. Поставить. И сиденье немножко поднабить, сантиметров 5 поролона вложить. Оно и повыше будет, и помягче. Ух ты, я чуть не нырнул. Вон этот, как его, полетел-то этот, который везде всегда, этот, баклан. Прям чисто, как будто кто-то убрался. Поеду-ка я по трассе вернусь домой. Кружочек сделаю по трассе. И больше я сегодня уже не буду на этой машине кататься. Потому что я чувствую, что я всех на ней победил, кроме себя самого. Просто амортизаторы и не держат, и пробиваются. Просто пипец. Как полоска какая-то. Прям вы видите, что я качаюсь на картинке. Прям эта картинка ходит так жик-жик-жик-жик. Это я качаюсь на мотоцикле. Вообще не держит. Вот такая вот у меня засада небольшая. Ну, будет к чему стремиться. Дорога-то. Дорога заросла. Прям открываешь и навал пошел. Кто-то ящики с кирпичами потерял.
будем белочку делать, готовить к этому нормальному, чтобы нормально было. Спидометр поправить, 120, не хочет, вращается. Вот-то я катнул, ай-яй-яй просто. Сделал круг, а парней до сих пор нету. Ну или Лехи одного там, я не знаю. Сейчас посмотрим, сколько время. Я в половину выехал, сколько у меня на круг ушло. Ну, минут 10. Такой аппарат у меня. Сейчас заедем во двор, будем посмотреть, сколько время. Ну не, посмотреть будем сразу, чтобы потом это самое. Вот часы. А, 39. 9 минут я катнул. Ну, на видосе будет меньше, я там повырежу, наверное, что-нибудь еще меньше будет. Всем пока, всем добра.